сегодня приехали в город Донецк, Донецкая Народная Республика. Мы в гостях в школе номер 132. И я хочу вас познакомить с директором. Добрый день. Сегодня первый раз у вас в гостях. Мы кое-что привезли для вашей школы, для деток вашей школы. Расскажите, пожалуйста, о своей школе. Школа у нас замечательная, одна из старейших школ города Донецка. Школа, в которой учились на протяжении многих лет поколения, не одно поколение дончан. Школа, в которой сохраняются традиции, бережно относятся к традициям. И я так думаю, что вот это, знаете, помощь, взаимопомощь – это то, что отличает нас. Нас народ. И поэтому мне очень приятно, что в городах России понимают сложность ситуации, которая у нас сегодня есть, и помогают. Нам действительно помогают очень много. И я искренне благодарна вам за ту помощь, которую оказываете непосредственно вы. Фонд Андрея Лысенко «Быть добру» работает на протяжении уже много лет. У фонда очень много подписчиков. У Андрея Александровича очень много подписчиков. Люди очень отзывчивые, они откликаются на просьбы. Мы не первый год уже возим гуманитарную помощь. И, конечно, большое внимание мы детям уделяем. У нас есть подопечные дети в школах-интернатах Лутугина и Перевальска. Вот, и мы с удовольствием будем приезжать в гости к вам. Посылки, помощь мы получаем со всей России, абсолютно со всех уголков страны. И также вот мы получаем ссылки за границы. Люди поддерживают и душой, и сердцем, особенно деток. Поэтому мы с удовольствием будем вам помогать, мы будем дружить, приезжать к вам в гости. Обязательно, спасибо большое, да. Я так думаю, что благодаря этой помощи и наши дети смогут получить достойное образование, получить знания. И я так думаю, что вместе мы решим все проблемы, которые есть, и которые есть у нас здесь, и которые есть в обществе. Мы с этим совсем справимся. Потому что мы будем вместе. После нашего сегодняшнего визита к вам обратимся к людям, расскажем про вас, познакомим наших подписчиков с вами. И очень многие откликнутся и захотят сделать деткам и вашей школе, оказать помощь или сделать что-то приятное. Спасибо. Примите, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Да, спасибо большое. От людей России. Это реально всегда приятно. Искренне желаю людей и искренние слова благодарности.